Федеральная служба исполнения наказаний по Ульяновской области отметила свой профессиональный праздник. День работника уголовно-исполнительной системы совпал с празднованием 75-летия Ульяновской службы. Праздничный концерт прошел во Дворце культуры «Губернаторский». Поздравить с профессиональным праздником сотрудников прибыли представители правительства, законодательного собрания и администрации города. История УФСИН России по Ульяновской области началась 75 лет назад, одновременно с историей самой Ульяновской области. В далеком 1943 году штат управления составлял всего 67 человек. Сегодня это большая структура, в которой проходит службу больше 2000 сотрудников. Именно они являются главным показателем успешной работы службы. Многие работники отдали уголовно-исправительной системе всю свою жизнь. Я пришла временно работать на 2 месяца. А получилось так, что я прослужила в этой системе 40 лет. И вы понимаете, сейчас продолжаю общаться с молодыми и с ветеранами. Хорошей долгой службе предшествует большая работа по созданию комфортных условий труда и поддержанию микроклимата среди сотрудников. Старшие наставники и ветераны системы помогают молодым освоить свою специализацию, а те, в свою очередь, показывают хорошие результаты в работе. Любой труд человека должен быть оценен, тем более труд работника уголовного исполнения. Система довольно, наверное, специфичный. Любой труд тяжелый, но у нас тоже самый нелегкий. Вот, мы стараемся отметить людей. За добросовестное выполнение служебных обязанностей благодарственными письмами и грамотами были награждены сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы. А после официальной части всех гостей ждал большой праздничный концерт с участием лучших коллективов и артистов нашей области. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.